Все меню вот сюда вот это поставим. Вроде бы все добил, все кубки забираю, гемчики. Ага, прям то, что нужно. А, вот все, ролик уже начался. Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители моего канала. С вами Милкшейк. Понимаю, долго роликов не было. Извините за это. У меня просто не было времени, чтобы записать для вас ролик. Я постоянно то домашнее делал, школа началась, как бы, ребят. Вау, это топовый скинчик, я его могу купить, но 170 гемов я приготовил не просто для этого ролика. Эти гемы мы сейчас потратим на то, чтобы купить вот этот Brawl Pass. Ну что, ребят, готовы? Погнали. Давайте, ребят, нажимаю эту кнопку. Ребят, признаюсь честно, я никогда не покупал Brawl Pass. Никогда, это мой первый раз. Итак, первое, что я хочу сделать, это получить Легу. Легендарный хроматический боец. А, ну да, у меня последний, только Белл нету хроматической. Теперь давайте скинчик на Шелли заберем топовый. А теперь, ребята, давайте открывать ящички. Для начала заберу монетки. Вот эти вот монетки, монетки. Мани-мани, джуси-джуси на тусе. Кто знает инстасамку, лайк ставим. Вот это вот. Влепите лайк мне. Итак, ребята, давайте набор значков. Какие значки? Вот, с лобком Рика. И на Тика топовый значок. А на Гавс вообще мне пофиг. На этот значок фиговый какой-то. Ну и, ребята, у меня уже дофига... Нет, не буду пока тратить. Я тоже не буду пока тратить. Хотя на Нани его можно потратить, я думаю, да? Потому что я хочу на Нани пассивочку выбить. Так что погнали, заберем сейчас все монетки. Все, монетки кончили? Нет, вот еще монетки. Так, ребят, у меня было монеток вроде бы как 5000. Сейчас сколько? Ой, а, 3000 у меня было. Да, у меня вот этот вот радужный ник, обожаю радужные ники. У меня было 3, стало 4. Ну, собралось. Ох, какой квестик топовый. И только с Brawl Pass квест открылись. Вот это вообще топово. Итак, теперь давайте открывать. Так, здесь 7 монет я забрал, да? Теперь давайте большие ящички открывать. И 65, ничего. Так, ребят, пассивку я хочу сказать, что у меня просто нету гаджетов никаких, просто, чтобы вы понимали. Ну, давайте значка на Эша заберем, что, нормальный значок, давайте вот этот вот тоже заберем, вот этот вот тоже с хлопком. Это вот мой уже третий значок с хлопком. Так, и здесь что? 65, тоже ничего не должно выпасти. Вот так вот. 44! Блин, я уже думал, что-то выпадет. Так, ребята, пассивка мне никакой гаджет не должен выпасти сегодня, потому что, ребят, у меня сегодня, я все пассивки, все гаджеты выбил, так что... Что ж за невезение? Так что мне ничего, никаких гаджетов сегодня не выпадет. И мне ничего все равно не выпадает. Погнали... Ничего. Знаете, ребят, я когда-то носом открывал ящик, а кончились ящики. Ладно, теперь давайте мега. Здесь 5 мега ящиков. Погнали. Первый мой мега ящик. Пожалуйста. 6 перемен. Подождите, я носом хочу открыть. 6! Ребята, 6. Интересно, кто это? Давайте Эдгар или Пэм? Давайте, смотри, Пэм. Эдгар! Я его всегда хотел, и его обожаю. Ребята, спорим, что у меня через 3 месяца на Эдгаре будет 25-й ранг. Я просто вам клянусь просто, что у меня будет на нем 25-й ранг. Погнали дальше открывать. 5. Ну что, мне Эдгар выпал, это вообще топчик. Топово. 6! Пэм! Спраут!
Мифик. Так, ребят, главное не орать, потому что у меня здесь как бы соседи, ну как, не соседи, но у меня просто рядом сестра в комнате делает уроки. Я вот здесь ролик записываю, ну как, не рядом, но не в соседи, ну там далеко комната, но если я буду орать, то она мне услышит. Что-то Спраут, я его всегда хотел выбить. Так, ну, ребята, все, у меня все кончилось, но это я хотела сказать, что это еще не все, но это все, ребята, но у меня осталось Пэм только эпическую выбить и все, ну и одну Бель выбить хроматическую еще, она вроде бы эпическая, да, она эпик. Ну все, ребят, у меня есть Эш, скоро скинчик на него будет, когда будет скинчик, я вам сниму видосик. У меня есть две пассивочки на Лун, у меня есть у меня еще есть Спраут, у меня есть Эдгар, я за этот ролик 3 бойцов выбил. Я думаю, что этот ролик заслуживает лайка. А точнее, давайте наберем на этом ролике 7 лайков. И тогда вы... Давайте, ребят, набираем. Когда будет 7 лайков, выйдет вот эта вот серия, где я буду проходить Brawl Pass еще... Вот это вот все. У меня же я его пройду когда-нибудь. Тогда у меня еще скинчик, я сниму видосик, но только когда будет 7 лайков. Ну, а ребята, сейчас я хочу улучшить. Где? Нань. Хочу Нань улучшить. Ой, чё, подождите. А, не туда нажал. Вот, хочу вот эти вот очки силы на Нане все сделать. Ну как, не все, конечно же. То есть половину на Нане, половину на Эша. То есть давайте вот это на Эша сделаем. Во. Хопа. На Эша есть. Теперь давайте на... Еще давайте на Эша. Давайте на Эша. И давайте сейчас просто Эша я прокачаю. Так, Эш. Все. Ну-ка, сейчас я улучшу его где-то на 5 силу примерно. А нет, только на 4 у меня получилось. Ну тогда давайте на 5 силу я Эша улучшу. Улучшу или нет, ребят? Лучше я не буду лучше. Или же... Ну давайте, ладно, улучшу. Подождите-ка. А, ну вот, слава богу. Все, Эш улучшаю на 5 силу, и все. Дальше, ребята. Я уже офигел, что у меня на паузу будто бы видео поставилось. Но нет, слава богу. Я смотрю, чтобы ролик на паузу не ставился. Ну, а, ребята, если ролик случайно поставится на паузу, ну, когда уберется у меня этот значок, и ролик случайно закончится... Я прошу вас, ребят, извините, что я с вами не попрощаюсь. Пожалуйста. Ну да, в общем. Я могу с вами не попрощаться и выключиться камера, да. Все. Нани готова. Я полностью всю награду собрал с Brawl Pass'а, что мы сегодня открыли. Сейчас я улучшу еще Нани на 9 силу. Теперь на ней мне еще будет пассивочка скоро. Ну. И все. Давайте я хочу сейчас сыграть каточку за Эдгара в Brawl Ball'е. Или же нет? Нет, давайте не в Brawl Ball'е, давайте в... Погнали. Шеда плюс. Столкновение плюс. Так, ребят, я постараюсь его быстро закончить, чтобы у меня нифига не лагало все хорошо, чтобы было. Ты не приофигел вообще, Динамайк. Так. Ну так как Эдгар мой любимый бравлер, то я из-за него любого порву. Угу. Вообще, блин, Эдгар это топовый боец. Я его обожаю. Бам. Приба-пупым. Бам. Сейчас пока вынесем. Баночки заберем. Ну, блин, баночки не получилось забрать, но пока мы вынесли.
Сейчас заберу вот эти вот баночки. Да, даже не буду тянуть причиндалы. Давайте вот так вот вынесем розу быстренько. Ну вот и все. Ребята, я сыграл одну каточку за Эдгара. Больше не хочу играть, потому что боюсь, что у меня запись остановится. Как раз 10-минутный ролик, это нормально, как по мне. Вот мой друг как раз в сети, сейчас я буду с ним играть. Ну, а с вами был я, Милкшейк. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока.